В Великобритании разразился настоящий скандал. Двое служащих парламента арестованы по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Операцию по задержанию провело контртеррористическое управление лондонской полиции. Личности подозреваемых не разглашаются. Известно, что один из предполагаемых шпионов имел связи с высокопоставленными чиновниками. Детали дела засекречены, однако в СМИ сообщают, что в сферу деятельности подозреваемых входили вопросы внешней политики. Ранее оба служащих работали в Китае. Спецслужбы не исключают, что именно там их и завербовали. Премьер-министр Великобритании и официальные лица Китая вынуждены были сделать заявление по этому поводу. На встрече с премьер-министром Китая Ли Цянем я очень конкретно обозначил ряд проблем, которые имеются между нашими странами. В частности, я серьезно обеспокоен любым вмешательством в наш парламент, в нашу демократию. Это неприемлемо. Никакой так называемой китайской шпионской деятельности в Великобритании не существует. Китай решительно выступает против этих обвинений. Мы призываем британскую сторону прекратить распространение ложной информации, прекратить антикитайские политические манипуляции и злонамерную клевету.